Доброго времени суток, друзья! Вы на канале HardReset.info. Перед нами Oppo Reno 10X Zoom, и в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном устройстве поменять размер значков приложений. Для этого мы зажимаем наш экран в каком-то месте, где нету никаких приложений. Вот таким вот образом. И у нас выскакивает здесь вот такой вот прямоугольничек. Здесь мы ищем пункт, который называется «Значки». И нажав на него, у нас есть пункт «Значок» и возможность регулировать его размер, увеличить или уменьшить, а также размер названия, также увеличить или уменьшить. Больше видео об этом устройстве ищите у нас на канале. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк и всего хорошего. До свидания!